Всем привет, с вами Психиатр, мы продолжаем играть в GTA San Andreas. Так, друзья, ну и сегодня мы, короче, будем с вами выполнять дополнительные миссии, как обычно мы сегодня будем выполнять. Короче, сегодня будем работать на железной дороге. Нам нужно выполнить два уровня. Так... Давайте я вот тут где-то метку поставлю. Я так понимаю, вот это станция, что ли? Фиг его знает, где тут станция. Короче, нам нужно добраться до поезда. Каким-то образом, каким-то макаром. Я взял себе новый мотоцикл. О, тёлочка на месте. Но она мне больше не интересует. Мы, так сказать, добились всего, чего хотели от нее. И отсюда можно со смелой душой сваливать. Я посмотрел этих тёлочей. По-моему, 6 штук, что ли. Короче, это будет жестко. Если так с каждой придется, ну, я постараюсь как-нибудь это все сделать. Это не обязательно для 100% прохождения, но я хочу чисто для себя, знаете, добиться прогресса с ними какого-нибудь. Хотя бы по разочку их. Ну, вы понимаете, о чем я. Я так думаю. Короче, поехали искать поезд. Я думаю, сегодня будет серия поинтереснее, чем предыдущая. Вот. Этим мы еще вообще ни разу не занимались. На поезде мы не катались. Как тут что будет, я не знаю. Я вообще не знаю, где этот поезд, если честно, ловить. Я предполагаю, что где-то... Ну, на станции, скорее всего, его поймать будет легче всего. Потому что там он, по крайней мере, останавливается. Я предлагаю, знаете, что сделать? На ЖД пути, сука, спрыгнуть, я предлагаю. Поехать по ним, так мы 100% станцию найдем, я думаю. И найдем, где он останавливается. И сможем его как-то захватить. Га, тут таксишки летают. Неплохо, неплохо. Так, вот, кстати, станция, судя по всему. Только поезда я здесь не наблюдаю. И как начать миссию? Я тоже не совсем знаю. Опа! Slow ride! Take it easy! Стой, собака! Стой, говно! И как мне в него сесть? Ага. Отлично. Так, четверка. Двойка. Железнодорожник уровень 1. Так, пока не закончилось время. А можно? Состав может сойти с рельса. А какая у меня сейчас скорость? Следует заранее, чтобы не проехать станцию. Ну попробуем, попробуем. Так, у меня сейчас скорость 12. Тут, в принципе, от меня мало чего зависит. Я могу только вперед жать. И слишком быстро не ехать. Я не знаю, какая скорость идеально допустимая. Но я думаю... Ну, это у нас товарный поезд. Грузовой. В принципе, я думаю, можно сильно-то не гнать. Ну, 26 пока нормально. Едем. У нас время. Нам главное за время успеть, и хорошо будет. А вообще, хорошо бы... Знаете что, посмотреть... далеко ли станция, чтобы я понимал, когда мне... Ага. Чтобы я понимал, когда стоит начинать тормозить. Чтобы все было нормально у нас. Бляха, что-то он уже так быстро несется. Спокойно, эскейп, карта. Так, можно тормозить, я так понимаю.
Тормози! Красиво! Груз доставлен, 150 баксов. Есть. Такое дело. Я так понимаю, надо ехать дальше. Ну погнали, ёптать. А какой он... Я тут всего два уровня в этом поезде, поэтому я думаю, мы сейчас быстренько это выполним. Тут ничего сложного нету. Я фиг знает, сколько надо довести. Ну, наверное, вот сейчас второй груз и все, в принципе. Потому что задание такое. Ничего своего. Блин, я думал, тут как-то посложнее что-то будет. Ну, а тут, в принципе, нормально. Тут до 40 километров разгоняешься, и все, и спокойно едешь. Главное затормозить вовремя, получается, и все. Короче, на 40 километрах мы ехали, поезд, в принципе, не сошел, поэтому я примерно до 40 сейчас тоже разгонюсь и с такой скоростью дальше буду ехать, наверное. Я думаю, не сойдет он тут. Фиг его знает на самом деле, от чего это зависит, только ли от скорости. Надо ли притормаживать на поворотах? Хз, 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 хз. Ну вот скорость 39, вот 40. Но выше я не буду гнать. Я буду чуть-чуть поддерживать, чтобы ниже 40 тоже особо не падало. Я думаю, мы успеем, в принципе. Если я на 40 километрах поеду. Так, надо проверить. О, кстати. А, ну там, в принципе, конечная. Ну, не конечная, точнее. А может, и конечная, хуй его знает. Короче, как повернем. Нам еще далеко ехать. Можно будет потихоньку тормозить. Так, 42 гоню. Не надо. Мы не опаздываем. У нас пока все нормально. Гнать особо не стоит. 41. Вот примерно с такой скоростью едем, и хорошо. Сейчас там будет поворот такой. Вот он. И тут можно будет начать тормозить. 57 секунд у нас. В принципе. Нормально, нормально. Чётенько, ебать. Груз доставлен. Дальше чё? И? А мне дальше, что ли, ехать? Так а сколько мне нужно в итоге грузов-то доставить? Я что-то не совсем понимаю. Ебать, менты. Я думал, два груза нужно, но что-то ничего не написало, что типа задание выполнено. Как-то не совсем непонятно сделано. Тут просто не пишет, какой у меня уровень, что такое. Там, где я смотрел, вот ну, список того, что нужно на 100%. Там просто написано, типа, два уровня. Блять, тормозить надо. Отлично. Ну, я уже три груза доставил, если что. Так и долго мне кататься? Что там написано? Что там было написано? Уровень 2 было написано или чего? Не совсем я понял. За этой надписью не видно нихуя было. Что-то было, что-то было полезное 100%, но мы этого не увидели. А это фигово. Ладно, едем дальше. Я хз.
Возможно, сейчас второй уровень начался. Фиг его знает. Может, надо все станции объехать, чтобы была пройдена у нас миссия. Пока непонятно, пока вообще не ясно. Но времени дают много, выше 40 разгоняться я смысла не вижу. Поэтому так и поедем сейчас. Что-то дальний груз какой-то у нас 2 минуты дают аж целых. Ну ладно, катаемся. Катаемся, ебать, все веселые квесты пошли, пацаны. Вообще замечательные. Вообще замечательные, вообще прекрасные. Так, там уже 41. Надо чуть-чуть сбавить. Чуть-чуть сбавить, чуть-чуть прибавить. Ну, вот так вот нормально едем. Вполне себе. Надо только на карту периодически посматривать, чтобы станцию не проехать. Так, вот тут вот, я так понимаю, да, где это будет? А, нет. Ну да, там по прямой чуть-чуть сейчас проехать и... Можно будет притормаживать потихоньку. Начинать. Ну, я думаю, уже гнать не надо. По времени мы успеваем. Реально, тут главное... Ой, блядь, там чучо... Сори, ну! А кто ж, блядь, переходит этот-то? ЖД-пути, когда поезд едет. Вы бы хоть шлагбаумы опускали, я не знаю. Ёпта. Пипец. Тормози! Лишка, лишка, лишка дал. Ой, блядь, время заканчивается. Груз доставлен, $94. А почему так мало? Так, еще надо, серьезно. Смотри-ка, еле успели. А как это так вышло? Что-то я не понял. Вроде времени всегда много давали. А тут куда-то все кончилось резко вдруг. А, так вон у меня расстояние, ты пишешь. 4000, бляха. А я все по карте что-то пытаюсь сориентироваться. Надо просто понять, сколько там этих, ну... Короче, можно смотреть в правый столбик, смотреть, сколько там километров остается, и нормально все будет, пацаны. Чё я переживаю? Вот на карту что-то все смотрю. Выглядываю. Чё там, сколько нужно. Ну, тут все ясно, все понятно, ну. Когда останется там буквально, ну, 300 метров условно, да, можно начинать притормаживать потихоньку. А пока что едем. Едем, гоним вообще по полной программе, так сказать. Летим на всех парах. Я надеюсь, мы успеем. Ну вот при 42 не сходит с рельс. Я дальше разгоняться не буду. 42, 43, нормально. С такой скоростью и поедем, я так понимаю. Уж не знаю, какая тут предельно допустимая, но с такой скоростью я нормально прохожу задание, поэтому гнать выше и рисковать прогрессом я смысла не вижу. С такой скоростью ехать вполне себе. Минута остается и больше 1000 километров. И метров, не знаю. Так, ну все, там уже. Буквально копейки, 700 метров. Ну, пока летим, пока летим. Леха, а время-то прям заканчивается. Слушайте, 30 секунд.
конечно, вроде успеваем, но... Тормози, сволочь. Блять. Блять, быстрее можно? Ай, да только первый уровень завершен. А второй когда? А, второй, походу, слушайте. Первый уровень завершен. Нам, походу, сейчас... Ты будешь тут стоять, да? Нам еще теперь нужен этот... Не грузовой, судя по всему, поезд, да? Первый уровень завершен. Но второй автоматически не начался. Вроде как. Блять, ты уедешь, нет, отсюда? То есть это мы круг целый сделали и приехали на то же самое место. Допустим, а где же мне искать этот? Другой поезд. А я вот фиг знает, где его искать на самом деле. Вообще хз, вообще без понятия, блин. Подожди-ка. Мне, может, надо отъехать отсюда, прокатиться, так сказать. Чтобы... Ой. Ну вот прям тачка для меня. Ментяры ничего даже не заметили. Отлично. Блин. Вот это, конечно, интересное задание. Непонятно, что делать надо. Ну, в смысле, непонятно, как его правильно выполнять. Поезд там так и стоит. А как мне второй уровень сделать? Ладно, поеду по ЖД путям. Настоящий красавчик. По идее, где-то здесь мы сейчас должны, наверное, на станции будем встретить еще-то один поезд. Только уже пассажирский, как я понимаю, нам нужен, да? Блять, уйди с дороги. Вообще хз. Вообще хз, вообще непонятно. О, подкова. Хорошая, откуда она тут взялась? Я ж вроде по всем этим железнодорожным дорожкам ездил. Так, ну вот, допустим, еще какая-то... Ну, это депо больше, не станция. Нет поездов-то? Ой, блядь. О, едет! Смотри-ка. Как раз, походу, пассажирский. Да? Ты едешь там? Скотина. Где? Алло, куда делся-то, ёпте? Или я станцию проехал сейчас? Да поезд... О! Блять, но это не тот, это не пассажирский, это опять этот говённый. А как мне пассажирский-то найти? Слышь, кого? Зараза. Иди отсюда. Это не тот поезд, это на котором я только что катался, получается. Мне надо на вокзал как-то попасть. Вот это вот вокзал, нет? Вот, ну здесь люди, по крайней мере, ходят.
Мы сейчас, по идее, значит, тут должны как-то что-то где-то словить. Как-то где-то поймать. Дайте мне тоже билетик-то. Можно купить? Дай билет куплю. Я отсюда жопу подвинь свою жирную. Алло! Съебался отсюда, мой автомат. Бля. Не отдает. Не отдает билетики. Ладно. Хуй с ним. Пожрать можно? О, пожрать можно, серьезно? Купить чипсы? Купить чипсы за бакс. Неплохо. Блять, где поезд-то? Мне поезд нужен. Мне нужен поезд. Я же, блядь, тут не просто так тусуюсь. Реально, непонятно, вот как с этим... Как задание это выполнять. Может, надо было дальше ехать, а я вышел. Вот, ну там прикол, что задание вроде как само закончилось, и, ну, новых не добавили. Я так думаю, что нужно, наверное, дальше выполнять на пассажирском поезде это все дело. Осталось только его как-то дождаться. О, вот, пассажирский поезд, отлично. Стой, зараза. Он едет в другую сторону, он столкнется с тем, кстати говоря. Судя по всему. Главное, чтобы меня не переехал. Тормози, зараза. Ну, алло, сволочь. Приехали, ёпты. А, хе-хе-хе. Сливался отсюда. Двоечка. Вот, уровень 2. Смотри-ка, живые. Миссия железнодорожника. Пока не кончилось время. Погнали. Какой груз? Я людей везу. Не дрова, ёпты. Ладно, похуй. Похуй, едем. Гоним также получается, да, где-то 42-43. И все у нас нормально выходит. Я надеюсь. Бляха, тут что-то времени, по-моему, мало дали, нет? Минуту 20, а у меня еще 1600 этих километров. Я прям хз, мы успеем? Нет. Успеем ли? Чё-то беда. Чё-то беда, мы, по-моему, нифига не успеваем. 1300 за минуту проехать. Возможно ли? Получится ли? Это ж надо еще припарковаться успеть. Так, ну ебать, уже до 44, это опасно. Ёптать, опять кого-то переехал я. Да, блядь, я не специально. Блять, почти. Красиво. Дальше едем сразу. Не тормозим, ёптыть. Вон, время уже идет. Скорость уже набирается, отлично. Все, короче, тут надо 2 полных круга сделать, я все понял. Бля, не особо интересная миссия опять. Ну блин, я не знал, что тут так будет. Вы, господа товарищи, между прочим, поздно шлагбаумы опускаете. Поезд уже как бы проехал. Точнее, он уже едет здесь. Вы только сейчас опускаете. Их опускаю заранее, ёптыть. Чтоб поезд никого не сбил. А не во время его проезда, так сказать. Уже. Ладно, нормально. То есть где-то до 44 даже можно разгоняться, и ничего тебе за это не будет. Поезд вроде бы не сходит с рельс. Может, и до 45 можно. Я вообще не знаю, до какой скорости тут можно разгоняться. Они бы написали, на самом деле, чтобы я контролировал себя. Но вот больше 44 не буду пробовать. Вроде как по времени успеваем. Зачем рисковать? Я думаю, не стоит. Еще мы там пару секунд, может, выиграем. Но рискуем, что поезд сойдет с рельс, поэтому... Лучше я поеду на 40-42, но...
Безопасно, все нормально. Блин, а чё как много расстояния-то остается? 2000 за полторы минуты. С дубы, что ли, рухнули? Чё как много-то? Ёпта. Или кажется мне, или нормально. Сейчас 1300 будет, да? К минуте. Ну да, в принципе, нормально успеваем. Показалось, что много. Тут быстро расстояние уходит, на самом деле. Так что пускай. Все, сейчас там остается буквально сколько, 200-300 метров, я начинаю тормозить. Отлично. Груз доставлен, 300 баксов. Отлично. Замечательно, превосходно. Шикардосно. Так, поехали. 3 километра. И 2 минуты 40. Ну, я думаю, мы успеем. Сейчас только скорость наберем. И нормально, и погнали. И полетели, ёфтыть. Полетели. Да, скорость он, конечно, медленно вас набирает. Уже столько времени прошло. А мы все еще плетемся на 27. Ну вот куда ты идешь, придурок? Там ментяр, кстати, шел. Мне бы сейчас звезду дали, походу. Если бы я его сбил. А как вот? Мне что-то притормаживать, что ли, перед ними, чтобы их не сбивать? Вот реально, если бы я сейчас сбил копы, и мне бы дали звезды. Ну, хотя меня вряд ли бы задержали на поезде, потому что меня фиг догонишь на нем. Я так-то быстро еду. Но все-таки, тем не менее. Этот момент пока не совсем понятен, как работает. Опять что-то расстояние дофига, времени мало. Ну ладно, успевай. Ой-ой-ой, 45. Опасно, опасно, опасное число. Что-то я перегнал. Перегнал! Не надо. Успеем. Не ссым. Все нормально. Километр очень быстро уходит, когда скорость набираешь, поэтому волноваться не стоит. Мы даже очень хорошо едем, я бы сказал. Следуем графику, так сказать. Остается минута и километр. Все нормально, значит. Значит, успеем. На 300 метров стоит тормозить. Это примерно, ну, так вот, 300. Появляется там на счетчике, можно тормозить. Идеальное такое число, я бы сказал. Все, погнали. Потихоньку притормаживаем. Идеально, ёптать. Идеально, едем дальше. Не понимаю, почему я тут торможу. Станция-то там дальше. То есть, как там пассажиры. Чё, куда высаживаются? Тут, кстати, мало времени дали. И поезд сейчас нифига не успеет разогнаться толком. Точнее как. Ну да, для этого расстояние с таким разгоном мало времени дают. Но я думаю, мы в любом случае успеем. Как ни крути. Ну, потому что тут минуты и 700 метров. Да-да, успеем. Нормально. Все будет хорошо, пацаны. Все будет замечательно. Справимся. Да, я думаю, можно начинать тормозить. Совсем я понимаю, почему он тормозит тут, как выходят пассажиры. $300. Ну, $300, я так понимаю, это максималочка, которую нам могут дать. Больше не положено. Ну, потому что идеально все. Выполняю. Не знаю, сколько нам еще грузов тут остается. Не грузов, пассажиров, я имею в виду.
Ну, я думаю, может, еще один, два. Мы же вроде так-то много катаемся. Уж все, наверное, объехали. Ой, блядь. Ой, блядь, ну, чувак, куда ты, блядь, встаешь? Ты тормозишь, сука, поезд мне, ты понимаешь, нет? Вот ты придурок просто. Надо же смотреть, куда ты едешь, блядь. Видишь, поезд несется 40 км в час. Или миль, это не знаю, в чем тут измерение вообще. Мне кажется, он едет быстрее, чем 40 км, поэтому... Хз, хз. В чем тут как измеряется? Не будем с этим особо заморачиваться. Опа, 44. 44 опасно. Больше гнать не следует. Хотя я видел цифру 45 на своем табло, и мы вроде как даже с рельс не слетели, но не хочу рисковать. Опять-таки повторюсь, при такой скорости мы, в принципе, с вами успеваем, поэтому гнать сильно быстрее смысла большого нету. Если у нас так все нормально. Вон, сейчас даже времени полно останется, потому что, ну, еще там минуту 12. У нас уже 700 метров. Так что хорошо. Я думаю, можно начинать тормозить. Потихоньку. Мы не тут начинали-то миссию свою. $50 000! Хорош! Миссия выполнена. Вот это неплохо. Ебать, приехали. Моя станция. Миссия железнодорожника... Что там было написано? Я не успел прочитать. Миссия железнодорожника завершена. А у меня села мышка. У меня села мышка моя. Компьютерная моя мышка. А это значит, надо, наверное, заканчивать. Бляха. Как бы мне тут чуть-чуть подзарядить. Ладно, и вот так вот сделаю. А то что, я без мышки буду доигрывать серию? Надо заканчивать тогда. Вот, и вряд ли мы что-то сегодня еще хорошее успеем сделать, поэтому... Давайте доберемся до... Опа, мышка подключилась. Доберемся до сохранения, так сказать, да? Вот, ну 50 000 баксов, кстати, вообще неплохо. Вполне себе. Одной миссии меньше. Нам остается всякие лакеи. Там развозка. Да, парковка машин. Доставка шлюшек. И грузоперевозки. И так, в принципе, нормально. С доп-миссиями будет потихонечку. У нас покончено. Вон, мускулатуру качаем. Вообще хорош. Надо жирок-то сбрасывать, правильно? Что у нас лишний вес? Я думаю, пешком добежим. Пешком я добегу. Тут, в принципе, так-то недалеко. Заодно чуть-чуть этот... чуть-чуть калорий сброшу с себя. А то, ну, это ж беда. Ну, чуть-чуть лимонадик хлебну. А то, блядь... пить хочется. Знаете, жарко. И дальше побегу. Ну, я водички. Водички. Без калорий. Все нормально. Нам больше с этой шлюшкой-то встречаться смысла нету, поэтому... И жир держать при себе тоже смысла особого у нас нету. Бляха. Че, как далеко-то, ёптать. Где наш отель? Наш отель, я не понял. Тут рядом уже. Погнали, ёптать. Второе дыхание открылось у нас. Полетели. Ой, бать, прыжочки. Эба бегу, эба бегу, эба спортсмен. Кто там, блядь? Ну кому что надо? Я не понял. Давай, давай, давай. Ускоряйся, дружище. Да чё, финальное ускорение, ёптать. Перед финишем. Ага. Ага. Ну ты чё? Хотел срезать в итоге. В итоге, да. В Сфинкса иду.
Сфинксе нормально. Давай! Ух, устал. Устал, блядь, дальше не пойдет. Ладно, гостиничный номер. Сохранение. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в паблик ВКонтакте, добавляйтесь ко мне, друзья. Увидимся с вами в следующей серии. Вот, может быть, в следующей серии выполняем основной сюжет, а не доп-миссии. Пока что все. Всем до встречи и всем пока.